Не забыл подписаться на мой канал? Внизу под видео. Я жду, подпишись. Хорошие. Это Светлана. Какая обещанная сегодня запланированная прогулка. Посмотрите, какой у нас красивый дворик. Цветочки. Ухоженный. Так по всему сито. Вот наш дом. Так, ну что, мы пошли. Продолжим наш путь. Вот так собирают ребята. Разные пластиковые бутылочки. Собирают денежки себе на хлеб. А рядом речка. Парк. Детский парк, Масловый парк. Так выглядит эта речка близкого расстояния, которую я показывала вам с балкона. Такой мостик, я нахожусь на мосту. Ванючка. Что я называю? Потому что посмотрите, там видите такие ниши. Оттуда во все сточная вода с города. И сюда собирается. А вот там вот прямо базар рыбный. А направо, вот видите, желтое такое здание, там дальше аквапарк. Это очень все интересно, я вам покажу попозже. Идем поблизости. Здесь продают хлеб. Государственный магазин хлеб. Намного дешевле. Допустим. Мы полару покупаем, а? А здесь 75 груш. У меня сегодня в планах сорвать, мне надо листочки красивые для моих яичек. А вы готовитесь на Пасху? Я готовлюсь. Где бы я ни находилась, я уже собрала для себя. Я в основном яички крашу шелухой из лука. И вот я на протяжении 2 месяцев собралась шелуху. И вот мне теперь нужно красивые листочки. Я потом расскажу, как я их заворачиваю, и у меня такие получаются они с рисунком, то есть на коричневых яичках желтые листочки. Действительно очень красиво. Ну а сейчас наш путь продолжается. Посмотрите, какие красивые здесь домики сито. Это не сито, а апартамент называют. Там, где нет двора и нет сторожа, который следит круглосуточно за территорией наших домов. Это называют апартаменты. Но в них тоже легко не зайдете, потому что у каждого свой код. И нажав только на код, вы сможете открыть главную дверь. Мезетли. Беледие. Керим Ахшар. Парк. Парк Керим Ахшар. Вот здесь убрали. Что-то стало так пусто. Так, время сейчас 24 градуса. 11:40. Смотрите вид, панораму. В этой стороне находятся кафе, рестораны. Ну, такая развлекательная часть. И здесь очень классно вечером люди собираются, садятся прямо на эти камушки на берегу.
пьют кока-колу, фанту, но многие пьют, попивают и пивка, вино. Это очень редко здесь вообще. Люди отдыхают с утра. Здесь и рыбаки занимаются рыболовством. Уточки. Вот я сейчас буду... Мой путь направляется туда, прямо. Я покажу вам, что будет потом. Баскетбольная площадка здесь. Чем мне нравится Мерсин и почему я его полюбила? Потому что он так похож на Батуми. Батуми — мой любимый город, мой родной город, где я родилась и выросла. Я так скучаю по Батуми. Надеюсь, что в скором времени я поеду в Батуми и покажу вам Грузию, открою для вас еще и Грузию. Иногда задумываюсь и спрашиваю себя, зачем мне это надо, зачем я это все делаю. Мне не хватает общения того, какое было у меня на родине. Поэтому я ищу для себя дела. У меня нет здесь детей, нет внуков рядом. Муж и я. Чем я буду заниматься? Скажите, ну ладно, я убрала, допустим, приготовила, сходила погулять, но прожив в другой стране 46 лет, 45 лет, и переехала уже в таком возрасте за границу, немножко сначала не осознаешь, насколько это трудно, но потом эта ностальгия по родине приходит. И поэтому через YouTube, через эти видео выговариваешься и становится легче. Действительно, потому что я знаю, что эти видео смотрят очень много людей. Хотя вы не пишите мне, значит, комментарии, ничего не спрашиваете. Ну, конечно, вы сейчас подумаете, кто это такая, свалилась с неба. Ну, время придет, и я надеюсь, что я вас заинтересую своими видеороликами. Будем с вами очень общаться бурно. Я готова ответить на каждый ваш комментарий. Пускай он будет и негативный. Я это привыкла к этому. Потому что кроме машина здесь чистенько. Извините. Такая вот шумилка портит нам весь комфорт. Потому что кроме моего Ютуба, у меня есть и бизнес. Компания Global Intergold, сетевой бизнес, он меня раскрыл. И потом уже у меня была такая идея появилась вставлять и разговаривать с вами, вставлять свои видео на Ютуб. Ты не забыл подписаться на мой канал? Внизу под видео. Я жду, подпишись. Машина, шумилка, чистит территорию. И сегодня, я так думаю, не даст записать нормальное видео. Поэтому я сейчас перешла немножко во внутреннюю часть. Потому что мне нужна травка. Но я смотрю, что я травку здесь все скосили. И я не найду здесь ничего, то, что мне нужно. Действительно, в это время, 12 часов, уже приходит жара. И невозможно будет не заняться спортом, не походить. Я всегда встаю 8-9 часов. Ну, для вас я специально сегодня вышла, потому что я пообещала вам выйти. И поэтому в это время я... Ой, посмотрите, что я вам покажу. Подумала, не шанс здесь. Вот такие вот здесь девушки. Thank you.
На турецком точно не общаются, наверное, сирийчики. Некоторые позируют. В следующий раз я продолжу знакомство с парком жителей района. Если пойти прямо, 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 то я дойду до своего дома. А если пойти налево, то немножко побольше получится мне идти. Я пока пойду направо, немножко погуляю. Все в Мерсине прекрасно, только с работой трудно. И цены здесь, мне кажется, самые низкие. На питание можно запросто прожить два человека с питанием, со всеми бытовыми 2000 лир, мне кажется, достаточно. Ну, если, конечно, не ходить в кафе и бары каждый день. Так можно прожить. Смотрите, наконец-то я нашла травку для моих яичек. Сейчас я их сорву. Вещь. Это домики для кошек. Смотрите, уже с едой совсем. Как люди любят животных здесь. Я просто удивляюсь, поражает меня. И никто их не ломает, и дети. Все с детства знают, что нужно обращаться с любовью к животным. Видите, друзья, какой алоэ. Подойду поближе. И это растение у меня есть на балконе. Алоэ, посмотрите. Огромное. Вы такое видели? Хочу показать вам еще. Посмотрите, какой красивый ухоженный садик. Это тоже находится рядом с морем, прямо напротив. Где-то в 100 метрах. Подойду поближе. Кто живет, ухаживает. Ну что, друзья мои, очень жарко. Я решила возвращаться домой. Набрала травки для моих яичек и направляюсь домой. Надеюсь, вам понравится мое видео, и вы поставите лайки. Смотрите, распустился. Что это за цветок такой? Опять вы слышите, как молятся. А это я хочу вам показать тут. Тутовое дерево. Посмотрите, какое оно. Ой, если я сорву, меня никто не накажет, я думаю. А я раньше тут никогда не ела. Не любила. А сейчас я его обожаю, полюбила. Потому что я срываю его. Свежее с дерева. Ой, какая прелесть. Так проголодалась. На этих разгрузочных днях. Ой, посмотрите, какая черненькая. А у нас белая будет. Вы видите?
Мой рот не закрывается. Да палос называется. Сейчас мне как погонят отсюда. В принципе, это сито, это значит мое. А там, посмотрите, какие спелые. Да. Хорошо, сегодня день начался. Сейчас приду, выпью своего кофейка. Друзья, помогите мне остановиться. А там еще. И не заканчивается, вы представляете? О. Природа, супер! Ты не забыл подписаться на мой канал? Внизу под видео. Я жду, подпишись.